Итак, ребята, здорово всем, не опять основа. Снова, не опять основа, короче, и мы продолжаем проходить GTA San Andreas Remaster. И последняя миссия у нас была выполнена, которая называется «Запрет». Чего? Чего-то там. И у нас продолжение, где мы сейчас будем... О, как он перенес, прикольно. Короче, у нас сейчас будет летная школа. Нам нужно будет купить аэродром и... Да, Вердан Медоуз. Да, нам нужно поехать снова туда, куда-то там в аэродром и купить его за 80 тысяч долларов. Офигительно большая сумма, да? Чего? Отправляйтесь за заброшенный аэродром и прям летите его. Вот что я и говорил. Поехали. На нашей машине, которая называется Вашингтон. Едем, короче, в соседнее село. Так, где у нас этот аэродром заброшенный? Вот он. Ух, куда предлагает мне Яндекс.Навигатор поехать. Тогда поехали, чего бы и нет. Раз уж Яндекс.Навигатор такой крутой по умственности, тогда поехали по маршруту. Миссия-то простая так-то. Просто купить аэродром. Полезная информация, да? Наверное, да, полезная. А чё тут таксистов, кстати-то, много? Они что, деревенщине помогают передвигаться из одной деревни в другую? Ну, походу, наверное, да. Чакин Белла тут вообще раскиданы кто куда. Вообще пораскидывали их по всей местности. О, у нас тут добыча нефти идет, неплохо. Хотя бы свою нефть, чтобы импортную не покупать за то, чтобы нам переправляли тут сюда, в Штаты. Короче, неважно. Короче, своя нефть есть и все. Им которую мы еще и продаем другим государствам. А вот тем временем проезжаем Лас Вентурас, вот он справа проглядывается. Но сейчас нам пока что в него не надо. Нам нужно доехать до аэродрома, купить его и пройти, получается, летную школу какие-то. Задания. Ух, как закрутило. Вот это прикольно. Да, вот это было прикольно. Вот мы наконец-то доехали до нашей легенды. Так, убираем метку, потому что нам больше она уже не понадобится. А Вашингтон наш дымится. Да и фиг с ним, ничего, нам сейчас он пока не нужен. Берем, покупаем это чудо за 80 тысяч долларов. Все, купили, вы приобрели данную недвижимость. А недвижимость-то в цене растет с каждым годом, да-да. И здесь мы сделаем сохранение, естественно. Вот так вот, готово. И чё дальше тогда делать? А дальше нам должен поступить звонок, и нам какой-то чел скажет, что вам нужно... Да, вот он. Привет, Карл, и как тебе наша специальная новая операционная база? Чего-то не хватает. Может быть, смогу продемонстрировать. Так вот, слушай, тебе предстоит научиться летать. А зачем? Не предстоит. Да предстоит еще как, да что там говоришь. Я тебе приготовил специальный ряд испытаний, которые ты увидишь на вот этом телеке, который справа вот здесь стоит, как вы видите. Угу, понял. Ладно, окей. Нет, блин, это гениальная работа. Ну, давайте тогда приступим. Взлет. Учимся летать. Нет, блин, учимся ездить. Действительно, чего сложного? Чтобы научиться просто на самолете летать, я не знаю. Нам нужно тут... Ну, показываю, как будто... Ну, первые испытания, они рассчитаны вообще на... Не знающих идиотов, у которых 47 хромосом. Мне 46. Вот так вот, через пару колец нужно пролететь, и вот так вот, да, парочку колец пролетели, вот оно, третье. Так, и нам тут 92%, да и фиг с ним, и так сойдет. Посадочку с самолета теперь нам нужно совершить, нам нужно раскрыть шасси и вот так вот приземлиться.
задрите нос самолета вверх, чтобы его остановить и в данном месте остановиться. Да сейчас остановлю, главное, чтобы он, а то он виляет что-то. Останавливайся, дядя. Вот так вот. 94% сойдет. Круг вокруг аэродрома. Давайте правую сторону выберем, а чё бы и нет. Да, я выбрал правую сторону. Потому что не знаю, я как бы сам правшанин. Правша, короче, в реальности. И поэтому мне что-то по привычке удобнее вправо взять. Не знаю, почему вправо, но, видимо, я так захотел. Видимо, у меня правая рука, видимо, развита. Чё, тогда полетели через кольца. Нам нужно круг сделать вокруг этого аэродрома. Точнее, круг сделать отдельно рядом с аэродромом, да. Потому что мы пролетаем вот здесь. Да, вода, конечно, очень ну, классная. Такая, как настоящая. Да реально, как будто на реализм смахивает. И дальность по рисовке зашкаливает. Показывает положение самолета нам. Вот это вот. Вот эти белые линии. Благодаря которым мы можем поймать. Не поймать, а понять, в каком положении у нас наш самолет. В кривом или не в кривом, я не знаю. Вот и все, готово. За минуту мы пролетели кругового полета посадка. А давайте снова вправо возьмем, а чего бы нет. Взлетайте и постепенно набирайте высоту, пока не долетите до первого колечка красного. А почему оно красное, почему я не знаю, не зеленое? Verdant Meadows называется эта местность. Да, вообще, очень круто и очень весело проходить эту летную школу в ремастере. Я, правда, доходил до летной школы в оригинале, но так и не прошел. А вот в ремастере, конечно же, прошел. Я, естественно, попробовал несколько раз, и у меня уже немножко опыта есть в этом плане. Продолжайте маневрирование и двигайте через эти колечки. Конечно, обязательно нужно это делать. Конечно, вот так вот. Как будто я не знаю, что мой самолет сейчас в кривом положении. Как будто я действительно этого не знаю. Так, пролетаем через это кольцо. И теперь нам нужно остановить наш самолет. Сесть на взлетно-посадочную полосу. Вот так вот становимся. Остановитесь в заданном месте, чтобы набрать дополнительные очки. А какие очки? Вот в чем сложность русского языка. То, что одно слово может иметь несколько значений. Хотя, может быть, в других языках такое тоже может быть. Сойдет! Взлет вертолет. Вообще элементарно. Это не справится, только сказочный... Понятно кто. Продолжайте набирать высоту. Да без проблем, да и тем более тут для дураков все показано, как взлетать. На вышку это надо отпустить, и вот эту клавишу мыши, да, и чтобы перестать набирать высоту. Разверните его на 180 градусов, да без проблем, полетели. А че он наклоняется, я так и не понял. Не знаю, почему он наклоняется, и для чего, вообще непонятно, я так и не понял. Ну или, короче, не, суть не в этом. Пролетаем через это кольцо и все. Вообще элементарно просто. Теперь нам нужно его посадку выполнить. Че, летите к дальнему концу взлетно-посадочной полосы, сохраняя постоянную высоту. Да, конечно же, обязательно. Летите к концу, да. Сейчас долетим. Сбавьте скорость и зависните над заданным местом, которое вон там вот светится. Сейчас мы встанем. Да, я понял, что правая кнопка мыши — это снижать высоту, а левая — это поднять. Получается вертолет. Вот мы это и сделали. Чё, уничтожить цели. Поехали, уничтожим. Уничтожить все три грузовика, которые стоят в конце ВВП.
Взлетно-посадочные полосы. Полная расшифровка. У нас тут еще есть и стрелялка, вот эта вот стрелялочная пушка. И мы можем и ракеты выпускать. Да. Тут надо еще прицелиться и предугадать момент, и знать еще траекторию. Но мне что-то траекторию вообще лень составлять, и реально лень. Потому что взлетные эти... Короче, летающие транспортные средства, они очень быстрые. Особенно самолеты. Не успеешь там моргнуть глазами, как уже самолет испарился. Теперь уничтожите две движущиеся машины, то есть внедорожники, которые вон там вот ездят. Вон. Только с оптическим зумом можно их увидеть. Так, а ну-ка, траекторию лень просчитывать, поэтому вот так вот делаем. Фигакс. Так, иди сюда. И ты сейчас будешь подорван. Опа-на. И вот этого подрываем. Бы-бым. Попал почти. Реально почти попал. О, у нас там лунав, на который Лунтик родился. Приземлитесь обратно на взлетно-посадочную полосу. Да без проблем, сейчас сделаем это. Пулеметами не пользовался, если честно. На вертолете. Остановитесь в заданном месте, чтобы дополнительных очков набрать. Да без проблем, сейчас встанем. Бумс. За повреждение 0. Мертвая петля. Ой-ой-ой. Это уже немножко посложнее. Так, аэробатлический самолет нам предлагают. Или как он в народе просто называется, кукурузник. Почему кукурузник, не знаю. Видимо, так кто-то захотел. Теперь давайте вот такую мертвую петлю сделаем. Опа-на. Пролетите теперь через последнее колечко. И там, кстати, у вас Вентурас проглядывается. О, бочка. Это легенда просто. Настоящая легенда. Угу, вот так вот нам нужно сделать. Сейчас попробуем. Да, бывало, что по несколько раз приходилось это переделывать. Так, пролетаем мы через первое кольцо, и сейчас мы это сделаем. Вот так вот, раз! Вот так вот сделали. Теперь пролетайте через последнее кольцо. Опа-на! Ладно. Теперь нам нужно спуск на цель сделать, а конкретно с парашютом прыгнуть. Так, сейчас мы слегка приблизимся к земле и распустим парашют. А на самом рюкзаке изображен логотип, получается, компании Rockstar. Угу. Поналепили они значков, и на некоторых шмотках они это сделали, на рюкзаке этом они это сделали. Теперь нам нужно приземлиться в указанном месте. Сейчас сделаем. Так, надо еще вот так вот сделать движение. Вот такие, чтобы двигаться вперед и попасть вот в эту метку. Наверное, это последнее, что нам нужно сделать. Скорее всего, по-моему. Или там что-то еще есть, я уже не помню. Так, подлетаем вот к этой меточке. И нам нужно попасть в центр. Желательно. Очень желательно. В центр, чтобы нам зачитали. Ну, побольше очков. Вот так вот. Вот так вот, все, а траекторию я просчитал. 100%, вообще круто. Новое пилотирование в авторитете плюс, задание пройдено. Теперь нам нужно это обязательно сохранить, вот прям обязательно. Заброшенную диспетчерскую заходим и сохраняемся. Фигакс. Это вот теперь приступаем к миссиям с самолетом сначала. О, кто-то позвонил. Алле. Карл, это Вузи? Да что ты говоришь? Как у тебя дела, Вузи? Сам приходил, увидишь. У меня есть небольшое тебя предложение. Заходи, посмотришь, что к чему. Да я понял, я не против. Ты будешь в восторге? Да что ты говоришь? Газуй в казино 4 дракон. Да я понял. Короче, приступаем к миссиям с самолетом. И первая миссия называется «Предельно малая высота».
Так, Торель, я не понял, что ты тут крадешься? А ты тут откуда взялся? А я мог тебя убить, то что, как ты выжил, блин, я же несколько серий назад тебя же подбил на вертолете. Ты о чем, Майк? Короче. Да почему бы и нет, действительно, чё? Загруженный самолет с чем-то, готов к полету. Приступаем, полетели тогда. Эй, Карл, на пути есть цели пониже, чтобы тебя засек радар. Использую щели для того, чтобы укрываться. Нет, нет, не надо, дядя. Не надо, дядя, не гори, не надо, пожи. А у нас тут еще есть вот эта вот база, которая слева проглядывается. Закрыты. Вот же ж фигня. Действительно. Высота обнаружения. Чего? Так ли до воздушное пространство? Да пофиг, мне кажется, всем. Хотя, может быть, кого-то и подбили вот здесь на ошибке. С помощью ракет. Не, ну, такое задание с самолетом не выполни только чел, у которого 47 хромосом из 46. Нам нужно еще не попасться на радар, который на высоту обнаружения. А таймер нам дали на это целых 10 минут. Мне кажется, что это задание минут на 5 максимум. Реально максимум минут на 5, там, не знаю. Вот так вот я и летаю на самолете, называется. Да и фиксим, что на высоту обнаружения. Все равно просто вот так вот снижаемся. Вот так вот, чтобы нас не спалили. О, у нас тут еще через деревья нужно пролетать и не зацепиться об них крылом. А то крыло может загореться. Ой, чуть не попался. У нас тут свалка где-то на земле стоит. Да, вот так вот нужно летать, чтобы пролететь через деревья. Влетите в кольцо, чтобы сбросить груз. А какой груз? Не знаю, какой груз, но это, видимо, какая-то полезная информация. Вернитесь обратно в аэродром и приземлитесь, да без проблем. Главное еще не попасть на вот эту вот шкалу, чтобы она полностью не заполнилась. А то в меня могут что-то и выпустить, какую-то закладку. Опа, вот так вот пролетаем. Гора Чилиат у нас слева, вот здесь. Так, опа, вот так вот, не так. Над высотой обнаружения. Нет, блин, приближение. Приближение того, что... Опа, как я близко к земле. И вот так вот чпуньк и вверх полетел. То надо быть профессионалом в этом, чтобы такой трюк сделать. Это у нас Сан-Фьеровский аэропорт, который называется Бухта Пасхи. И здесь вот какой аэропорт. А вот там вот у нас пустыня. А вот а реки у нас тут и всякие такие озера образовались из-за того, что земная кора растрескалась. Да, как я и говорил, у нас это задание максимум минут на 5. Даже чего я тут говорю, я его выполню, блин, минуту за 4 сейчас. Еще сколько лететь, около минуты. Мы уже почти долетели. Еще немного остается. Пролететь через вот эти скалы. Да, вспомнил Дуэйна Джонсон, или как его называют, Скала Джонсон. И теперь нам нужно взять и приземлить вот так вот самолет. Неважно, как мы его приземлили, главное, что миссия выполнена. Отлично, Карл, ты вообще молодец. 15 тысяч долларов дали, неплох. Ультра-мега неплох. Реально, очень мега неплох. Чего же, тогда приступаем давайте к следующей миссии. О, у нас чего опять этот Торрен задумал? Действительно, что он задумал? Так, что-то мне как-то не по себе, мне тоже, если честно. Да, что делать? Так, нам нужно что-то делать. Торрена хочет, чтобы вы установили бомбу в самолете и чтобы он взорвался, а сами вы вылетели. Угу, понял. Езжайте в самолет, пока он не взлетел. Быстро, поехали.
Вперед, едем, пофиг на вот этих хоть всех. Они мне чуть камнем пробитие сделали, но это ничего. Совершенно ничего. Вот он слетает. Теперь тут еще не надо использовать огнестрельное оружие. Тут нужно нам холодное. А то подорвутся эти бочки с топливом, и самолету, соответственно, гигишка за шаги будет. Так что тут только холодное оружие. Так, убеждаемся, что тут нет бочек. Угу. Чтобы они нас не раздавили. Так, иди сюда, дядя, на нафиг. Да иди ты давай, да что ты такой бронебойный? О, вот попалась она на ошибочке в фоне бочки. А ну-ка, а ну дай сюда парашют, дядя, иди сюда, на нафиг. С шильдиком Рокстара. Возьмите парашют, да без проблем, берем его. И нам теперь нам нужно... Так, и нам нужно бомбу установить еще. Так, где у нас эта бомба, которую нам нужно установить? Угу, вот. Установили, и теперь сваливаем отсюда, во, к чертям собачьим, быстро. И все, самолет ко взрыву пошел. И что нам за это дадут? 20 тысяч баксов, ультра-супер-дупер хорош. Мега неплох. Мы летим просто к Чакинбелл, и нам нужно теперь... Так, куда поедем? Давайте в Лас-Вентур поедем к Вузику и повыполняем парочку его миссий. Параллельно будем выполнять УЗИ и самолетом будем выполнять. Вот мы и раскрыли парашют, и нам нужна сейчас будет машина. Опа, на, ух, это что за баги были? Даже в ремастере бывают баги. Это как Киберпанк, когда выходил, он был весь тоже баган вообще. Там физика всякая такое вообще. Были баги с физикой. Взяли такси, потому что ничего тут адекватного, кроме такси, по сути, это и нет. Байк где-то еще ездит. Но нам сейчас не до этого, нам нужно теперь доехать. Можно при желании еще выполнить дополнительное задание таксиста, но нам сейчас не до него, конечно же. Едем тогда сейчас в Лас-Вентуре, с которой мне больше всего из этих трех городов нравится, потому что он такой элегантный. И он расположен в пустыне, где жаркий климат, потому что... Хотя жара может и задолбать, ну, в какой-то момент, и так же, как и зима тоже. Да, такое бывает, то что человек привыкает ко всему и задолбывается порой в чем-то одном, то, что ему он... Одно и то же. Так, вот здесь вот мы сократим путь, потому что я умнее Яндекс.Навигатора и знаю пути, куда можно заехать. Через что можно заехать. Вот таким образом. Для кого тут дырение тут сделали, я не знаю. Казино 4 дракона. А почему не 5? Не знаю, почему не 5, но, видимо, так кто-то захотел. Зайдите в казино 4 дракона, чтобы с Вузи поговорить. Ага, сейчас мы это и сделаем. Без проблем, поехали. И заодно там сделаем сохранение. Потому что там сохранительная флешка есть. И заодно и хпшки пополним. Так, вот мы доехали, наконец. Делаем сохранение. Оп. И хопа, сейчас. Так, и теперь заходим в казино. О, Карл что-то встал. Теперь отправляемся к вот этому... Желтому на желтом фоне дракону. Отправляемся, чтобы поговорить с Вузи о какой-то полезной информации. Вот прям очень полезной. А миссия называется «Кетчуп на крылья». О чем-то тут Вузи говорит по телефону. О, что это за фигня? Понял? Алло, алло, люди, алло. Что с вами такое? Действительно, что с ним такое? Так. Босс пришел, Сиджи, конечно, обязательно. Рад, Карл, то, что ты нашел время. Ага, это просто сплошной кошмар, полностью с вами солидарен. Хочешь язву в желудке? Открой казино Триад. Вызвать язву в желудке, да что ты говоришь? Бывает, да, бывает все. Так, и что надо? Какой-то чудик тут привязан к какому-то кабриолету. Эй, ты кто? Развези меня.
Ты фиговина, у тебя вместо башки вообще... не думай, что выяснил. Да сейчас мы этого какого-то чудика напугаем. Это не слишком быстро. Да легко, вот так вот быстро будем набирать шкалу испугометра. Не знаю, какой гений придумал название испугометра. Ой, не так быстро, не так быстро. Ой-ой-ой, это слишком близко. Ой, близко, говорю, быстро. Сбавь скорость, дядя. Не, не сбавлю, дорогой. Нет уж. Не так быстро, не так быстро. Да тебя сейчас попугают вообще резкие все эти повороты, там люди, кто-нибудь помогите. Также люди, идите вы нафиг. Мы не обязаны никому помогать, потому что так генерал Гав сказал. Подумали, вас вентуровцы, которые здесь живут вообще в богатстве. Ты думаешь, меня в такой фигне испугаешь? Нет, конечно. Да что ты, мой дорогой, ты что сейчас делаешь? Шо-шо, да ничего, просто утворяю какую-то дичь, то, что ты чудик привязанный. Как зараба держу, как чернокожих в свое время использовали, как рабов. И они до сих пор в Америке живут. Так, спугометр еще немножечко нужно заполнить, и будет миссия выполнена, и нужно будет отвезти. Чего, спасибо тебе. Ну что, адреналин, эмоции получил? Да что ты говоришь, какая семья? Меня Синдака, идиот. А, какая семья Синдака? Вообще не знаю, что это за семья, без понятия абсолютно. У нас 131 500 долларов. Очень большая сумма, не правда ли? Вот это вот быстро и достаточно, как бы. Так, главное ни в кого не врезаться, а то иначе сейчас будет все нафиг провалено. И то он слетит. Хотя, с другой стороны, как он может слететь, если он привязанный? Чё? Казино 4 дракона. А почему не 5? Почему не 3? Не знаю, почему не миллион. 5 000 долларов дали. Ну, за такую миссию 5 000, это прям золото. Ну, то, что надо. И на этом, ребята, мы сейчас, короче, бежим к сохранялочке. И будем на этом уже заканчивать. Ух, отдышался. Сохраняемся. И на сегодня, ребята, мы на этом заканчиваем. Если вам понравилась эта серия и вы хотите следующую, то тогда поставьте лайк, подпишитесь, а также поставьте колокольчик, чтобы быть в курсе, когда выйдет новая серия. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Во! Вот такой вот у вас Вентурус, вообще классный. О, сколько еще не вижу, сможем купить. Ну, короче, все, ребят, всем пока.